Выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам Сарова. Для самых маленьких театралов в эту субботу в 10 утра на сцене Саровского драматического театра покажут веселый и остроумный спектакль о том, что каждый хорош на своем месте. Не хочу быть собакой. Если вашему ребенку уже исполнилось 6 лет, то покупайте билеты на спектакль «Наследство волшебника Бахрама». Начнется спектакль также в 10 утра. Взрослым тоже будет что посмотреть. В субботу в 6 вечера отправляемся на мелодраму «Мимолета». В основе постановки классический треугольник. Она и двое мужчин, каждый из которых любит ее по-настоящему. Один готов бросить из-за нее семью, если она только даст понять, что готова полюбить его. Другой уехал, пытаясь забыть все, что между ними было, начать новую жизнь и вернулся в прежнюю лишь на мгновение «Мимолетом». А если хотите от души посмеяться, то тогда вам на «Водевиль» так не бывает. Постановка современная, но созданная по образцам лучших «Водевилей» прошлых столетий. Вас ждет яркое, веселое и динамичное зрелище. И, конечно же, счастливый финал. Начало в воскресенье в 6 вечера. В субботу в художественной галерее можно осмотреть сразу несколько экспозиций. В 10 утра покажут выставку Михаила Полякова, а в 18 часов расскажут о работах Олега Закоморного из Москвы. С 9 октября в художественной галерее начался ежегодный областной кинофестиваль историко-патриотического кино «Набат». 20 октября всех желающих приглашают на фильм «Семь нянек», начало сеанса в 15 часов, а в 18.00 на фильм «Первые». В Доме молодежи в воскресенье 21 октября в 18 часов стартует танцевальный клуб для тех, кому за, в стиле ретро. При предъявлении пенсионного удостоверения предоставляется скидка. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Громкая новинка, которая не оставит равнодушными любителей экшн-фильмов – «Веном». Фильм о космическом паразите-симбиоте, наделившем репортера Эдди Брока суперсилами. В фильме полно динамических сцен и, как отметили критики, великолепная игра Тома Харди, который играет главную роль. Ругают в основном за предсказуемую и избитую историю без особых поворотов. Смотреть или не смотреть – решать только вам. Фильм «Клубарь» — это русская криминальная комедия от создателя культового рэп и хип-хоп проекта «Газгольдер». Общая стилистика и антураж сохраняются прежними, но на этот раз все будет разбавлено юмористическими сценами и шутками. А помимо музыкантов, в съемках задействованы многие артисты российского кино. В прокате стартует очередной фильм про маньяка Майкла Майерса «Хэллоуин». По мнению зрителей, картина превзошла самые смелые ожидания фанатов хоррора. В ленте огромное количество отсылок к оригинальному фильму, поэтому прежде чем отправляться в кинозал, посмотрите оригинал, чтобы понимать суть происходящего. К просмотру рекомендовано всем любителям ужастиков. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.